МАИП поддерживает талант, работу, культуру и все, что означает Республика Молдова. В этом году крупнейший банк Молдовы во второй раз спонсирует участие нашей страны в Евровидении. И эта акция корпоративной социальной ответственности также проходит в контексте юбилея банка, которому 8 мая исполнится 31 год. В унисон на Евровидении, девиз, посредством которого МАИП объявил о своем партнерстве. Мы очень рады быть частью этого проекта и поддержать участие Республики Молдова в Евровидении. Евровидение – это прекрасная возможность для страны представить свои ценности, наладить партнерские отношения с другими европейскими странами и быть услышанными. Музыка замечательная, исполнение тоже великолепное. Желаю команде высоких результатов. Мы будем здесь и будем поддерживать Сдоб-Шиздуб и братьев Адваков на протяжении всего процесса. Хотел бы поблагодарить всех артистов, участвующих в этом проекте, и, конечно же, партнера этого мероприятия МАИП. Георгий, огромное спасибо за экстраординарное решение поддержать нас. Члены коллектива «Сдоб-Шиздуб» и братья Адваховы уверены в своих силах и обещают невероятное шоу. У нас сильная песня, у нас виртуозные артисты Виталий, Василий. «Сдоб-Шиздуб» уже в третий раз едут на Евровидение. Мы уверены в них. Едем с Тринулецу представить эту прекрасную композицию. Это энергичная песня с хорошим настроением. Это большая ответственность, но в то же время мы гордимся тем, что можем представить страну на Евровидении, передать наш прекрасный посыл и поделиться традициями, которые есть у нас здесь дома. И, конечно же, благодарим МАИП. МАИП является крупнейшим банком Республики Молдова, обслуживающим более 35% населения и одним из крупнейших работодателей в стране.